трюк хочу вам показать. Это перекат с тремя мячиками. Вот так вот он выглядит. То есть вы просто вращаете три мяча, лучше гольфные все-таки. И вот так вот делаете через один такой перекат. Это, в принципе, довольно просто. Просто вот мячами поменьше делать это довольно-таки легко. Тут только в камере. В камеру-то снимать не очень. Так, все, сейчас. Вот так вот. Так вот. То есть как бы делайте и так вот, периодически делайте вот так вот, где-то через один. Перекат. Перекат такой. Чувствуйте пальцем. Закройте глаза, представьте, что... Так вот. Будет довольно прикольно. Вот гольфные мячики можно даже вот так держать. О. И вот так. Взять и подбросить их. Только так 9 мячами. Во-первых, представляете, как будет тяжело это все ловить. Ну, можно попробовать так 9 мячами жонглировать. И я буду крутым жонглером, который научится за какие-то... Я уж пробовала так 9, у меня не получалось. И никогда не получится, наверное. Очень сложно. Так только один жонглер умеет. По крайней мере, с тех, кого я знаю в интернете. Так, что я там показывала? Вот это. То есть это очень... Все просто. Так. Вот так вот все это исполняется. В принципе, вот так вот. Вот опять чуть не вывалился. Я вам показала, как научиться. Типа, вот просто вот сначала попробуйте как-то вот так вот мячики делать. Два вот. Вываливается все. Ну ладно. Я только тренируюсь. Очень все плохо. Ладно. Так это все делается. По крайней мере, я вот так показываю, как надо научиться. Все. Тренируйтесь. Удачи.